4 года участвовал в городских выставках и международных конкурсах, например, в Италии и Великобритании. Вдохновляюсь я от всего, что окружает меня. И это мотивирует меня не останавливаться ни перед какими трудностями. Малышами я начала рисовать относительно недавно, 3 года назад. Сначала я совсем не понимала, как так, что не можно взять кисточку и помыть ее в воде. Конечно, после гуаши мне было немного непривычно рисовать, но уже сейчас я привыкла, и мне даже сложнее рисовать именно гуашью, чем маслом, потому что мне уже очень нравится эта техника, и я с маслом хожу почти на все конкурсы. Эту картину я тоже рисовала маслом. Вдохновлялась я морем, пейзажами, натюрмортами, пикниками, чайками и звуками моря. Моя картина называется «Пикник на берегу моря». На ней изображены арбуз, фрукты, кувшин, море, небо, розы, чаша и песок. Я пыталась на этой картине передать атмосферу моря, солнца, как все это переливается между собой, как лучи солнца падают на море. Моими любимыми жанрами рисования являются натюрморты и пейзажи. Я буду дальше изучать стили живописи, их направления, потому что мне это интересно. Я хочу дальше развивать свои возможности, продвигаться в других конкурсах и выигрывать первые места. Хочу пожелать всем удачи и поблагодарить проект Golden Time Talent за то, что приняли меня в гранд-финал и дали мне такую возможность участвовать в еще одном конкурсе. До новых встреч! Пока!